Что у нас тут? Пипер Спирит. Спирит душа прерии, да? Или тот самый ОД на миллион волн. Ладно, давайте попробуем на ОД. Более. На ОД можно попробовать собрать на миллион волн, но в этом есть прям такой небольшой подвох. То есть я понимаю, что выиграть всегда можно, но иногда нереально. Уилл спрей, астрал, сопротивление магии. Да, конечно, в любом случае, если ты понимаешь, что ты играешь на победку, то тебе нужно занять топовое место, тебе в любом случае в голову приходят мысли, надо как-то переиграть, либо предметами, либо вехами, либо способностями. Хотя в основном предметами тяжело переиграть. Да и кнопки бывают падают неинтересные. Блин, сопротивление магии не решит проблему. Ладно, все равно нам нужно искать свои способности, поэтому пускай будет астрал. Здорово. Что такое тугрик? Магусы какие-то, капиталисты. Где наши перри? Вот она перри. Погнали. На турике, а чё? Когда-то у нас будет турик? Не слышал, не знаю. Неплохо перри работает. Что за название? Название, потому что плей-офф скоро тут, как его? International. Что я хочу сделать с Перри? Ничего, просто бить. Просто бить. И все. Смысл Перри в контратаке. Вы лучше поддержите стримера, чтобы он купил быстрее клавиатуру себе новую. А то как-то печально. У меня несколько кнопок не работает. Мне приходится менять назначение клавиш, потому что, сука, не работает. Кнопки не работают. Видимо, износились. Хотя я не сильно их нажимаю. Если бы я их как-то там ломал, ладно. Можно сказать... Ладно, фиг с ним, тогда согласен. Когда ты их конкретно лупишь. Ой, а чё я? О, боже мой. Это называется запизделся. Взял устранение. Так нельзя. Неплохо там перри работает. Такое ощущение, как будто не 60%, а 90%. Ну я же и говорю, что топовый, я же не обязательно за 10к буду покупать. 10к это так, чисто расчет. Может и за 3, и за 4к куплю. Может даже за 2000 куплю. Главное, чтобы была более-менее неплохая. Не фуфло какое-то галимое. Что мне здесь надо, вообще не знаю. И раз у меня лицо ломается. Ну да, овердрайв, конечно же, жестко выносит. Эклипс, башики. Не, ну Эклипс имба, конечно. Эклипс в любом случае имба. Giant Strike, дуэль ультам и арты. Че, совсем псих? Это как вообще? Нормально, блин.
Мне бы вообще, конечно, купить бы новую клавиатуру. Неважно, сколько она стоит. Хоть 2000, хоть 5000. Мне просто нужно купить ее. Чтобы работала. А не так, как ты. Нажимаешь кнопку, она, сука, не нажимается. Блин, ну Eclipse, если я возьму, то у меня не будет шанса найти первый и... В начале игры первый и... Пассивку. И, к сожалению, выпадает второй раз ульта. И третий раз ульта, да? А, у меня больше роллов нет. Ужас. Я варды не взял, ёб твою мать. Бля. Шлюхи, блядь. Опа, спасибо за бабло. Изи катка. Я тебе в рот дам следующие катки. Да-да-да, в следующем именно катке, брат, в этой не получится. Ну да, типа, the next level play. Образочка замечательно бьет. 1200 урона. Вы чё нахуй издеваетесь? Borrow time, блядь, ульт муэрты. Может, у него до этого были хреновые там 50 игр. И тут ему игра решила предоставить хороших способностей. Это далеко не факт, что он выиграет. Как я и сказал, далеко не факт, что он выиграет. Блин, здесь энрейдж нужно брать. Что работает не полностью. Что ты имеешь в виду, работает не полностью. Вот не астрал сразу не драть, брат, чтобы сбить ему вообще все, что можно по-братски. Да я, можно сказать, ничего и не делал, он сам сдох. Не, ну почему? Обратка работает нормально. Она просто дамажит чуть слабее, так работает она в любом случае замечательно. При прожатии у нее активное применение 85% ответного урона. 85% в любом случае. Это пассивный эффект, да. Пассивный эффект возвращает 20% входящего урона и 90% от вашей силы. Но именно это Return Ablaze обжигает врагов, и когда он сиреневый, он включает силу в 3 раза. То есть основной атрибут силы увеличивается в 3 раза, и за счет этого как раз визуально показывает, что она горит фиолетовым и дамажит сильнее. Но это не прям имба, тебе нужно жрать силу до такой степени, что ты просто выжигал там все лица в лейте. Да, прирост интеллекта огромный, но 100% нужно жрать силу, чтобы было больше силы в итоге. За счет этого как раз и она будет обжигать за счет силы сильнее. Но не намного. Блин, на дуэли-то работает всего лишь 15%.
Не 45%, как на крепочках, а всего лишь 15%. Гораздо больше смысла в обратке, когда она у тебя есть, и ты ее прожимаешь, чтобы нанести ответный дэмэдж, а не выжигать лица за счет силы. Ну, это, к примеру, если у тебя защита, или подсейв хотя бы, чтобы ты не получал урон и наносил ответный. Но бывает настолько все замечательно у противника, что, например, у него либо хп дофига, я вот недавно играл против Undying, он вообще не умирал из-за большого количества хп. За что он отхиливается, дэмэджа не получает в лицо, чтобы умереть. И за счет отхила выигрывает. Все, изи. Ну, понятно, когда у тебя больше 30 тысяч хп. Такого тяжело пробить. В любом случае. Любым уроном. Просто любым. Только процентный дэмэдж, который бьет, например, там, сквозь сопротивление магии, к примеру. Потому что бывает такое, что, например, у него куча хп, ты пытаешься пробить его процентами, а ты не можешь, потому что у него сопротивление магии там 80%. И как пробить? Вот никак. И регентом больше 1000. Все. Нин Старк, конечно, зря взял Винера. Смысл Винера обусить только либо через ответный дэмэдж, чтобы ты усилил себя через дисперсию, там, например, да, через какой-нибудь магический урон, но усиливать себя Винером, когда ты физик, и когда у тебя урона с руки нет, это точно вообще не та тактика абсолютно. Она, получается, взяла купол не против Вайда. И она это понимает. Да чтоб тебя, блин, не единственный Сайленсер, ты переиграл его. Ну вот Сайленс просто и все. А потом Сайленс от Шарда. Ну да, тут предметов ноль. Шанса выиграть там нет. Блин, тут же опять же стоит не забывать, что у меня не двойка, а F1. Ну вот смотри, к примеру, ты говоришь 15%, это нормально, да? К примеру, ты терпила, ты стоишь в куче никса, например, сидишь, да? И тот, например, сидит в куче никса. У вас у обоих реген нереальный. И сколько бы сил у тебя не было, ты не пробьешь его активно, то есть пассивным блейзом, который выжигает лицо. Никак.
Жорж, это имеет смысл только против крипов. И то не в лейт. В лейте у крипа слишком много сопротивления магии. Ну, у него обратки нет. Там хотя бы купол, не буду много ставить. Я, конечно, не думаю, что она прям переиграет его, но у нее, мне кажется, чуть больше шансов. Хотя. Она даже вот просто стоя рядышком исчезает от его пассивки. Интересно, как пробить Вайда? Это пока у него купола нет. Уклонение, виндран. Фиг попадешь. Да у него уже сколько там. Ну, под виндраном в любом случае 100%. Не будет 150. 33. А, это у него еще эта туника. Тогда понятно. Рамазан. Марс отключается? А, Марс подключается. Неужели лагает? Вроде нет. Вроде пинг нормальный. Что-то Сайленс совсем не пробивается. Устранение. А, он решил пойти мага Физа. Физа маг. Типа как я. Я устранение взял мискликом. Случайно. Хотел взять броню. От устранения в моем случае смысла немного. Но пока у меня нет рабов, нет пассивки. Мне в любом случае нужно искать. Искать. Че? А? Ладно. Тут ему ничего не поможет. Нормально.
чем он его добил. Он просто исчез. Неплохо. Потеем. Страшные люди. Тут хорошо, что он меня бил, потому что у меня контратака хотя бы. Энрейч откатился, потому что у меня... Ну да, хотя бы агоним. Испарилась. Сколько ж там у тебя дэмэджа? 3к почти. Хотя подожди. А, ну да, почти 3к. Без 9 урона 3к. Ну это 1.79. Подожди, у него анимация 1.79, а чё не 1.7? Вивер, что с тобой? Герой ловкости с приростом 3.1 и прирост и анимация 1.79. Чё так мало? Опа, Америка, Европа. Лицо сломалось. Что у нас там по ставочкам? Ну, я бы не сказал, что прям хорошо, но, по крайней мере, плюсик. Одна ставка была... Классная, даже две ставки, все остальные такое. Ну, пускай, ладно, 4 ставки. Там 1200-1300. Хотя это немного. Говорит ГГ. Возможно. О, и что удумал, прикольно. Да ты можешь включить ульту МРТ, он тебя не убьет. Не, так можно убивать. Если бы еще они наносили пички, это вообще была бы имба. Чей дуэль забузил. Страшные люди. Марксмен. Марксменшип. Видишь, БКБшка нужна против него. Опа. И вот я Enrage. Это что за урон, блядь, нигде даже не почувствован. Говорит чел, у которого с руки 370 урона всего лишь. Конечно, он не почувствует. Тебе нужна настака, чтобы он почувствовал. Тем более еще и в Enrage. Там чистого дэмэджа за счет интеллекта слишком много, прям миллион.
Ох уж эти вайды. С виндраном. Он еще и бабочку собирает. Хотел нажать свифт, этот свифт слэш, его просто убило. У меня урона было ноль. Нет. А кто это? Мы таких не знаем. Что-то какие-то ставки. 300, 900, 600, 700, 500, 200. Стабильненько идем. Трехзначными этими цифрами. Это беда. Зато стабильно в плюс. 1-5, 5-1, 5. 1-5, 5-1, 5. Называется круговорот пятерок и единиц в природе. Блин, даже не в четверочку. Ну ладно. И так сойдет. Нишки там попадали. Ну, тут, конечно, да. Устранение мне нет смысла оставлять. Мне нужно брать либо усиление какое-то, либо гонца, по идее. На гонец как бы тоже особо не имеет смысла. Но от гонца больше смысла. По крайней мере. Ну, как бы я не сказал, что прям намного больше смысла. Круто, круто. Замедлил гад. Ой, блядь, пизда мне. Блин, мне в любом случае нужен терпеливость под октарин. Однозначно. Нет, выжил. Жив цел, орел. Набрал. Во все тяжкие пошел. Боже мой, два удара. Нажал бы хотя бы один под сейв, выжил. О, я выйду. Я вышел.
Я вышел. Но у меня скорость передвижения, конечно, слабовата, но я успел выйти. Если бы я начал двигаться в другом направлении, я бы, наверное, не успел выйти. Так, благополучно меняем, потому что нам устранение не нужно. В нем как бы немного смысла. Так, зато поприятнее хотя бы КД. Плюс бабки получается 5300. Я понял. Да ладно, неужели я выиграл, блядь? Чё, ты ж до этого выигрывал? Уже да, второй раз. А, да, кстати, два дуэля. У меня на цели вообще ничего не было. Да не надо так лагать, игра. Ну что ты, ё-моё? Опять начинаются траблы. Сначала идет нормально, а потом вот это вот. Подожди, а как он по нему попадал? У него нечем попадать, и он попадал? Видимо, виндран закончился. Неуловимый. Надо дохуяться его. Есть такое тело. Да ладно. Блин, он сейчас опять его шотнет. Зуб даю, 100% сейчас опять бам, и все, и шот. Или наоборот. Ну да. Я предсказатель, ё-моё. Ну вот как, у него Shadow Realm, у него в любом случае нет понятия, что он его шотнет. Неужели он не успел уйти в Shadow Realm? Ну, по крайней мере, пока даже купол не нашел. Тут, кстати, вообще не знаю, кто выиграет. False Promise-то уже неплохо. А False Promise не нажимается, видимо. Что ж, помянем. Туда его. Минус 1600. Ну тоже, да, вот иду. Трехзначный, тут бам, 5300. На покушай называется. Неужели Скади переиграет его? Не, вряд ли, конечно. Опа, фига себе. Даже брошка переиграла. Что-то способности какие-то неинтересные. Хотя у него воин, у него контрадикшн, у него чемпион. Чистая удача. Не, ну вообще да. Вообще да. Я бы сказал, хорошо. Почти. У меня, по крайней мере, хотя бы есть магический урон.
магический урон в основном, конечно, я бы не сказал, что прям 100% решает, тем более вот магия и защита. Но в любом случае, когда у тебя есть хотя бы какой-то ответный дэмэдж, и есть подсейв, которым ты можешь продлить себе жизнь, тогда... Но у него защиты нет, поэтому... Ну, я имею в виду защиты от магии. Он под фаллспромисом только выживает, под индийском, под ветрами и все. Я могу и венрейдж нажать, и таймволк улететь, и ветра, и еще и этот продлить себе. Интересно, зачем мне миррор? По идее, незачем. По идее, можно избавляться от таймволка. В нем не то, что много смысла. Но опять же, что я могу найти в итоге? Крутилку. Не то чтобы имба. Зато 100% я могу поменять хотя бы астрал. Алло. Хорошо так херакнул. Ты... Не срабатывает моя залупная еб... Абадон. Подумай головой. Потому что ты пес. Почему она не срабатывает? Не, я не пес, я этот... Спасибо. Old World Destroyer. Спасибо. Схавал. Что-то жрать охота, блин. Хочу покушать. Да ты чё? Помянем. Ай. Жив, цел, орел. Ну больно, конечно, больно. Тут еще можно сказать, что вот, например, у тебя есть пассивка, да? С огнем он получает... У нас тут щиточек, который оставляет 20%, чего, который оставил бы герою меньше 20% здоровья, на него применяется сильное развеяние, также он использует всю ему еще ману и создает барьер, действует 15 секунд, поглощает в размере 75% от максимального запаса маны. То есть чем больше интеллекта, тем, соответственно, больше хп у этого щитка. А это 75% защиты. Дефект может сработать раз в 6 секунд, и его перезарядку нельзя сбросить. А ты можешь посмотреть в описании под стримом, там ссылочка на ихний стрим. НКС Аркад. Сейчас гляну, вроде была ссылочка. А, я не могу посмотреть, ладно. НКС Аркад группа, у них стрим, и можешь зайти, там должна быть ссылочка.
Да, песня не новая, конечно. Сейчас скажу, как называется. Песня называется Abuse Illusion. Пит Крунер или Кранер. Я 4200 выиграл, пока там смотрел. Здорово. Да пошла на ульта. Ну это серьезно. Спасибо, блядь. Бывает, бывает. Да еба. Курица. И легкая вообще не ощутил. Интеллект. О, фига падает интеллект, алло. Так, ну я в любом случае понимаю, что у меня нет много шансов здесь. Но мы попробуем. Че, Галим, да вы здесь издеваетесь, что ли? Как это работает, алло? А? Прикинь, Аркан Аура, да, согласен. Вместо пассивки Пуджан Интеллект. Мне нужно больше интеллекта, чтобы дальше пройти в начале. В начале тяжело без интеллекта. Мне 100% нужен интеллект. Чтобы легче проходить. Книжки через Shift. Зажимаешь клавишу Shift и... И они едятся без... Без того, что ты засовываешь их к себе. В инвентарь. Автоматическое применение с зажатой клавишей Shift.
Ух, я чуть не сдох, ё-моё. Я уже обосрался. Неприятный крипочек. Да, Америку. Ну, бывает, бывает иногда. Чего-то не знаешь. Это нормально. Блин, какие же неприятные крипы. Это ужас какой-то. Все мне отключили, чуть лицо не испарилось. Ай, алло. А, это у меня еще самое прикольное, что у меня одна же... А, у меня не два, а два Игиса. У меня 12-0 по счету. Так я еще чисто сыграл. Фига себе. Так это получается прям... Типа изи, что ли? Почему типа? Это изи было. Я думаю, в лейт в любом случае крутилка Аксова. Ну, как бы я могу пассивку Пуджа на интеллект поменять. Найти Арканауру. Но опять же, да, вот, чтобы найти Арканауру, нужно надеяться, что она сразу выпадет. Пассивка Пуджа у меня уже есть. Хотя она дает и немного, но... В любом случае неплохо. Я вот даже не знаю, на каком мне волне поменять обратку. Ну что, я знаю, что в лейте от обратки точно смысла мало.
Блин, он дай какая-то слишком лютая имба. Ну это по крайней мере, когда ты понимаешь, что у тебя интеллекта достаточно, чтобы проходить волны. Потому что бывает такое, что просто не хватает интеллекта, не хватает способностей, которыми ты проходил бы дальше. Сейчас у меня была чистая победа, слишком много золота. Поэтому я благополучно, можно сказать, переиграл. Это было, конечно, я бы сказал, что прям легко, но... Да, вот эти крепочки бьют больно. Это у них еще не чистый урон, а именно магический. Был бы чистый, вообще было бы жесть. Да, уже от обратки мало смысла. Я еще далеко не проходил на ОД через перри. У меня всегда была какая-то лажа. То есть то ОД хрен найдешь, то перри не выпадает, то игра не идет. То выигрываешь и не можешь пройти далеко, потому что по игре было все плохо. Здесь все замечательно было. Поэтому у меня есть все шансы пройти далеко. Ну, по крайней мере, хотя бы волн 600, не знаю. Главное не обосраться. Почему некоторые крипы не дамажатся? Вообще, как будто некоторые крипы просто не дамажатся. Братка уже 70 тысяч урона. Уже все меньше и меньше. 50 тысяч урона. Главное, чтобы пассивка работала. Не, ну это 60%. Логично, что она будет работать. Не каждой тычкой, но... Зато позволяет мне пройти дальше за счет этого. Потому что я как раз еще за счет этого бью вероятностью 60% каждую цель. Thank you.
Что-то подозрительно как-то было больно, по-моему. Блин, жрать охота. Если я тут буду играть до 600, это надолго. Блин, как же неудобно нажимать эту кнопку. Ни разу неудобно. Пау. Только хотел нажать паузу, не нажимается. Сейчас попробуем. Да даже если вот сейчас поставлю паузу, то смотри, это мне в любом случае придется тогда... сделать так, чтобы когда я буду монтировать этот ролик, мне придется вырезать этот момент, потому что это ждать. Ждать людям. Зачем? Потерплю. Все, обратка уже не дамажит. Можно менять обратку. Блатор нет. Зачем мне Bloodthorn? Мне даже особо скорость так и не нужна. Броня нужна, чтобы не так сильно пробивали. Главное, нельзя, чтобы пассивки отключали, а то пассивки отключат, и тогда урона будет ноль. Вообще, чтобы быстрее проходить, мне в любом случае нужно интеллект жрать. Чем больше интеллекта, тем больше ДПС, тем больше, тем быстрее я прохожу. Я понимаю, что за счет интеллекта как раз я и дальше пройду. Вариант у меня вроде в любом случае есть, тем более он растет каждый раз. И крутилка акция неплохо режет дэмэдж. Да он даже и дамажит неплохо. Потому что чистый урон.
Единственная проблема, вот эти крипы, они бьют больно магией. У меня БКБшка не вечная. Хотя я могу держать против них БКБшку. Хотя вот еще нужна БКБшка. Да, много неприятных хрипов против меня. Жестко, жестко. Это как-то совсем изи. Это у меня еще ветерана войны нет. Но у меня ветерана войны, к сожалению. К сожалению, закончился. Если взять сюда ветерана войны. Оу. 60% урона. Так, что у нас там за книжечки? Не увидел. Там была вроде сила интеллект. Уж нормально. Конечно, он контратакует арбами. А за счет этого как раз вылетают арбы и на апере работают модификаторы атаки. Почему я всегда беру ОД? Для того, чтобы посмотреть, насколько далеко можно пройти. Потому что я как-то задефал 600 волн, по-моему, на ОД. И это было тычками, которые бьют каждого крипа отдельно. А это очень долго. А так я быстрее прохожу, потому что за счет перри я контратакую, и арбы вылетают по тем целям, которые меня бьют. Считаю, что я практически каждой тычкой бью всех арбами. С такой высоты. Ну да, согласен, имба.
как раз Перри и нужен для ОД, чтобы проходить дальше. Ну, я понимаю, что не намного дальше. Но тем не менее дальше. Вот мы и посмотрим, насколько. Ну, хотя, если бы я прошел бы тогда и сравнил бы, насколько дальше можно пройти. Например, без Перри и с Перри. Потому что сейчас скрипы в любом случае жестче, чем были раньше. Можно не башить каждой тычкой? Раздражает, когда Рошан бьет башем, блин, с каждой тычкой. Даже не дает возможности ударить псих. Где бы взять деньги? Вот бы забакалась кастомка, например, да? Чтобы трактат совершенства давал мне золото, как было, я помню. Но, к сожалению, инвентарь полон. Были у нас такие обузы. Покупаешь трактат совершенства для 6 скилла, но у тебя он есть. И игра давала тебе плюс 6000 золота бесконечно. Главное не уменьшать это золото, меньше 6000, чтобы у тебя было золото для покупки этой книжки. И это можно было обузить бесконечно. Я тогда на Рике через Giant Strike сделал себе 200 миллионов урона, по-моему. Были времена. У меня было несколько игр, я успел это пообузить. Но записал конкретно именно на Рике, потому что было интереснее. Хотя я не помню точно, может, какая-то игра еще была, которую я выложил. Но на Рике точно было. Потому что на Рике это было прикольно. У меня до сих пор нет скорости атаки. Блин, сделать себе хотя бы 1000 скорости атаки, то у меня... А, она у меня получается 900 будет. Но мне не растет. У меня максималка 904. А-а-а. Тогда нет смысла. То нужно либо анимацию искать. Но в анимации нет смысла, потому что Перри... Хотя... Не, вообще, как бы, я не думаю, что в анимации есть смысл. Брошки стакаются за счет анимации. Анимация уменьшается. Только анимация. Анимация тычки быстрее летит. Просто сюда больше ничего не подойдет. Я могу собрать ГОСТ, но в нем нет смысла. Шива тоже немного дает. Если бы какой-то предмет конкретно давал бы там процентное усиление какое-нибудь, да, хотя бы. Просто процентное усиление. На скорость снаряда атак у брошек стакается. Сколько там? 300, да? Да, как раз именно скорость снаряда атак стакается. Для меня это как раз неплохо. Ни одной книжки на ловкость, что ли?
Я вот думаю, есть ли смысл искать пассивку CM-ки? Я и так недалеко пройду, потому что у меня вехи ограничены. Я не буду сейчас прокачивать ветерана войны или что-нибудь такое, да? Зачем? Да, пассивка Буджа дает 440 интеллекта. Ну, тем не менее, все равно неплохо. Зато бесплатно. Ну, ДПС увеличится, если найти пассивку ЦМК. Желательно сразу. Уже крипы сильно не пробивают хотя бы. Я даже успеваю его пройти так. Прикольно. Ну да, уже крипы не пробивают хотя бы. Называется жив тел орел. Костян Рейч, по идее, можно сразу и не нажимать. Тем более я довольно сильно отхиливаюсь за счет большого количества урона. Да, дальше я буду слабо отхиливаться, потому что урона будет меньше. Но у меня в голове возникает вопрос, все-таки главный вопрос: как далеко можно пройти? И эта игра как раз решает, потому что сейчас, на данный момент, это была идеальная игра. 12-0. У меня нетворс был довольно неплохой. 28 тысяч плюс на ставках. Это прям последняя ставка плюс 4200, 4500. Жирно. Все упирается в золото. Хотя, да, еще и вехи. Взять бы вместо нетерпеливости. Я не знаю, можно поменять, конечно, броню. Качать интеллект и ловкость. И вкачать ветерана войны, но это только в двойку, это 30% урона. Что у меня там еще есть? Нет, у меня ничего нет. У меня все закончилось. Зато вот здесь голем заходит идеально, потому что он бьет всех. Он вешается на всех, и за счет этого как раз идеально подходит под перри. Можно сказать, идеальный билд. Ну, в плане рекорда. Надеюсь, мы дойдем до 600 хотя бы. Сейчас еще малой со школы придет, блин. Надо дверь открыть. Придется останавливать игру. Блин, иногда мана не пополняется, видно, что урон проседает. Сколько можно крипов, которые отключают пассивки, а? За что?
я так сижу, что у меня аж руки затекли, блин. Надо размяться, что ли. У меня заморозил все, блин. Какой же неприятный крипочек. Блин, вы бьете как-то больновато, однако. Психи. В этого тоже плюс 15%. двенадцать тысяч двадцать и ноль. Нормально. Но урон уже просел, уже видно. Уже сейчас и голем начнет проседать, потому что он будет заканчиваться. Вот ради, там, пускай там 20 волн, я не хочу сейчас убирать броню, прокачивать себе в двойку ветерана, чтобы добавить себе 30% урона. Хотя это почти голем. Алло, а чё так больно? Был бы предметик, который... Ну, реально, был бы предмет, который давал бы мне... этот крит для магического урона. Для способностей. Как чистая удача. Чистая удача дает критический урон 180% для любого исходящего урона. В моем случае как раз арбы дамажили бы критами. Но, к сожалению, такого предмета нет, увы. Только Дайдалус для физика. Все. Конкретно нет предмета, который давал бы мне процентное усиление. Любой там крит или просто процентное усиление, ну, кроме Целестила, все, больше ничего нет. Я даже не знаю, что можно еще взять, чтобы добавить себе ДПС. Скорость точно не решит. Что, людей мало? Мы тут рекорды бьем, а людей нет. Неужели я не вовремя зашел? Блин, тут получается ветеран войны не особо-то и нужен. Крутилка Акса больше имеет смысла.
Блин, вообще могу качать чистую удачу. Это 40% крит для моих арбов таймба. Да, надо все-таки после 400 качать себе чистую удачу, сейчас качаем. И у нас будет 140% крит, хотя бы для арбов, чтобы дамажили сильнее. Будет больше ДПСа. Немножко дальше пройду. Заодно и посмотрим, куда мы пройдем. Блин, опять это, эти крипы, которые отключают пассивки. Да что такое, ля? Опа, уже пробивают. Там, возможно, БКБшку надо против них держать хотя бы. Даже не знаешь, когда лучше ее прожать. Хотя, по идее, мне нетерпеливость можно поменять, оставить стальные мышцы, чтобы была броня, и взять чистую удачу. Зачем мне нетерпеливость? Там всего лишь на 2 секунды падает КД. Не то, что много смысла, на самом деле. Сейчас должен ДПС увеличиться немножечко. Критами все-таки бью. Да, это, конечно, не те криты, которые лютые, но хотя бы добавится ДПС. 140% крит для моего магического урона — это имба. Конечно, в тройку лучше, но я не буду тратить 20 удачи в ноль. Зачем? И так хватит. Блин, намного дальше не пройду, если вкачаю в тройку. Но, тем не менее, ДПС добавился в любом случае. Потому что от нетерпеливости смысла немного. Зато я так быстрее прохожу. Хреново то, что здесь 20% всего лишь. Не каждый удар.
Но все равно видно, криты вылетают, причем неплохо. Тем не менее, все равно, когда у тебя скорость атаки 900, даже пускай 900, да? Не 1000, но тем не менее, уже хорошо. Я проходил, получается, 2 часа 18 минут, да, 426. 2 часа 08. Сейчас пройду гораздо быстрее. Ровно монореген 600. Крутилка 30 тысяч урона. Блин. Хватит станет. Чё-то как-то очень долго. Уже заметно ДПС просел. Уже еле дефаем. Не, пока еще дефаем, конечно, но... До 500 будем долго, долго плясать. Мне кажется, после 500 там уже вообще урон пропадет. Неужели искать пассивку ЦМ-ки? 577 интеллекта. Мне кажется, я благополучно потеряю все золото, которое у меня накоплено. Будет за это время. Вот если, как всегда, трактат ловкости 666. Если бы найти... Фига себе, я 5300 интеллекта съел. Если бы найти, как я говорю, пассивку ЦМ-ки сразу, вот я меняю и... Пассивка ЦМ-ки, тогда ладно. Надеяться на удачу. Чего так сильно бьете? У вас всего лишь 100 тысяч урона. Урон особо не растет. Но пробивает больно. Что-то голем как-то слишком быстро заканчивается. Они даже не вместе собрались, это как? Не успели дойти, получается. Что у меня как-то многовато золота. 25 тысяч было? Куда? Я уже еле прохожу, голем, он прям тюделька в тюдельку заканчивается, я его прожимаю под самый конец.
8100 интеллекта. Почему у меня мана увеличивается, не понял. Реген маны почему увеличивается? За счет интеллекта? Почему было 600, сейчас 630? Да как? Может, это то, что я переложил предмет? Да нет. Неужели все-таки манореген не зависит от количества маны? Это как? От количества интеллекта, что ли? Ну да, он растет постоянно. Почему? То есть визуально получается, что маны 65535, но за счет увеличения интеллекта все равно ли реген добавляется, прикольно. Будем знать. Хотя это, в принципе, информация такая прям, можно сказать, ненужная. Бесполезная. Да, блин, опять вы. Ё-моё. Так нечестно, пауки и следом пауки, алло. Ух, жив цел орел. Было страшно. Зато у нас сейчас час 33 получается, да? Уже 440 волн. Изи. Ну, на лече в любом случае дальше пройдешь. На лече там чайник дамажит, дай боже. Чё-то перри как-то уже, по-моему, не работает особо. Кажется, как будто обычная тычка там дамажит больше. А, ну это за счет, я понял, это за счет того, что я просто быстрее бью, а тут шанс. Ну да, логично. Уже заметно просел урон. 300 тысяч. Когда было и по 600, по 700 тысяч уже 300. Сколько там сопротивления урона? 99,4. 99,4% сопротивления урона. Нет, лич через мультикассы, через бесконечный чайник. Бесконечный чайник и сосульки. За счет сосулек... чайник летает бесконечно. Потому что он летает по сосулькам и не заканчивается. И за счет этого увеличивается урон бесконечно. С макусом нет смысла. С макусом, я думаю, вряд ли пройдешь далеко. Не, вообще возможно, конечно. Я не думаю, что с макусом... С макусом есть шанс пройти далеко, но мне кажется, когда ты найдешь нужные способности, то же самое мультикас, бажужа, каскадин аркана, чтобы резать сопротивление магии, и сразу пойдешь в инту, чтобы у тебя все было благополучно, точно прям рассчитано на урон, чтобы ты сжал интеллект сразу практически, чтобы у тебя в лейт было больше дэмэджа, тогда точно есть огромные шансы, что ты пройдешь далеко.
Иногда пассивка вообще не работает. 30%. Голем закончился. Так нечестно. Мне бы где-то раздобыть клавиатуру новую, потому что у меня это не работает полностью. Три кнопки, которые мне нужны, не работают. Двойка не работает, X не работает, Shift не работает. Короче, беда. Почему-то резко сломалась клавиатура. Так нечестно. Кстати, видно, что они уже пробивают нереально. Эти проблемные крипы. Меня чисто щит спас, потому что у меня интеллекта дохера. Щит теперь как раз имеет смысл, потому что крипы не пробивают его. Ну, они пробивают только через определенное время. А это хотя бы какие-то секунды. Не, Atomic Heart не проходил, я удалил. Я не играю в игры. Только записываю контент по кастомке. Я если иногда и зайду в игры, то это раз в месяц, возможно. Так, чисто от нечего делать. Что-то мне подсказывает, что нужно менять Enrage. Потому что в нем сейчас уже особого смысла нет. Я могу жить и на щите. Бля, Enrage не дает много защиты. Это раз в 12 секунд, на 5 секунд. Даже не на 5, сколько? 4.25. Только защита и все. Меня и так не пробивают пока что. Ну только вот те крипы, конечно, неприятные. Страшно. Че, будем менять Enrage? Мне кажется, стоит. Все выше. Сейчас так бам, пассивка CM-ки сразу. А вот эти крипы неприятные. Больно бьют. Мне кажется, все-таки если найти анимацию этого алхимика, немножечко увеличится ДПС за счет того, что я буду основную цель бить быстрее. Ладно, надо менять. Ничего. Эх, это немножко не то. Коса на камешек упала. Сколько урона? 22 тысячи. Ну, урон хотя бы есть. Да, не имба, но урон хотя бы есть. Протестировать масло. Потому что масло должно вешаться по всем. Не, особо не усиливается. Особо не усиливается урон. Это не имеет смысла, это режет сопротивление магии, а у меня чистый дэмэдж.
можно мне пассивку CM-ки. Бесполезный маледикт. Кстати, Ганслингер, возможно, возможно, неплохо, и даже не знаю. Но это не работает на разветвление атаки. Получается, он не работает спереди. Или все-таки работает? Показалось бы здесь. Но ДПС увеличился, по-моему, немножко. Ладно, надо искать пассивку CM-ки. В ней точно больше смысла. Главное не просрать ее. Рейдж тоже как бы неплохая тема, но мне главы не имеют смысла. Они добавят ДПС, но это немного. Хотя... Хотя почему неплохо? Вроде добавляет урон. Чисто-чистый урон, чистым уроном заправляет. Но, конечно, арбы все равно бьют больно. В два раза разница. Не бей так больно, алло, чё так больно? Чё он не кастует, не пойму. Он не кастует, потому что у меня способности. Или чё он не кастовал? Странный крипочек. То кастует, то не кастует, непонятно. Хотя он должен всегда кастовать. Но бьет неприятно. А, скилл сала, ты между из-за него? А, возможно. На долю секунды эффект сала на него вешается, поэтому он не может кастовать. Прикольно, прикольно. Это как в том меме. А, ловко ты это придумал, да? Про Иванушку. Блин, даже не знаю, что мне менять.
Насколько сильно, если поменять пассивку у Джона Интеллект, насколько сильно пассивка ЦМ-ки добавит дэмэджа? Мне кажется, явно будет посильнее. Но это у нас пока 690 интеллекта. Да, 99% спасительного эффекта. 50 тысяч хп, мало. Тем временем шла 500-я волна. Интересно найти бы сейчас дисперсию и протестировать. Сколько же она добавит ДПС? Мне кажется, немного. Ощущение, как будто проще стало проходить. Да, пассивка ЦМ-ки будет попизже, чем это. Потому что 700 интеллекта это... Надо умножить, сколько это процентов дэмэджа. 1-2%. На такой волне пассивка ЦМ-ки добавит где-то 1000-2, может 3000%, наверное. Надо искать все-таки. Мне кажется, надо искать. О! Лол, вот и дисперсия. Тест! 1400 урона? Ну ладно, эти крипы жесткие. Да чтоб тебя, эти тоже жесткие, у них щит. Не, ну дисперсия не бьет. Слово совсем, хоть и 500 инстансов, но 1500 дэмэджа. Не, это бесполезно. Как некоторые говорят, возьми дисперсию, она имба. Вот, пожалуйста, 0 дэмэджа. Блин, протестировать эту херню, что ли? Но она не будет бить. Фига себе. Получается, 10 минут работает, но если на себя кинуть, точно не имеет смысла. Вот и ГГшка. Хотя бы Аеги есть. Но минус Аега неприятно, 100%. Вернулся ко мне. Вот был бы Энрейдж там, на Рошане, я бы не сдох. Ищем пассивку ЦМ-ки, пассивку. Опять ты. Да, он не добавляет ДПС, к сожалению. Ибо я не смогу накинуть этот эффект на крипа. Да, ну оно как бы проходит, но из-за того, что слишком большое количество противного эффекта, но он почти не действует. Но уже заметно проседаю.
Да где ты пассив КЦМ-ки, ё-моё. Ой, кажется, мне кранты. Не умирай, жи... Не живет, нифига. Почему-то крипы за крипами и все какие-то прям норовят тебя убить. Нет, аура андерлорда нет. Ни разу не сильный. ...250 брони. Нормально. Да где это пассивка ЦМ-ки, блин? Бажужа уже поздно, не вижу смысла. Ульта Мерты. Так, надо... Надо идти открывать дверь, блин. Блин, да где эта пассивка ЦМ-ки? Алло, блин. Ничего нет. Это тоже не имеет смысла, все бесполезное. Пассивки ЦМ-ки нет, блин. Зато кристалл новый появился. Ну вот я поменял ульту Мерт, и мне точно нет смысла. Сколько книг съел? Ганслингер. Ганслингер немного добавляет ДПС, вот чем подвох, блин. В этом-то и хреновость. Пассивки ЦМ-ки так до сих пор и нет.
Сейчас еще бурда какая-нибудь, да, появится. Нет, не бруда. Еще Blood Race что-то дамажит. Да тоже не будет дамажить. Да чтоб тебя, блин. К сожалению, одни и те же способности падают. Не, ну 532. Мне кажется, это достойно. Нормально, пойдет. Книжечки. 44. Немного. Я в основном жрал интеллект 6300, да. Ловкость немножко нажрал, чтобы было чуть больше скорости. Больше брони. Но книжек 44. Немного. Ладно, пошел я поем. Заканчиваем пока стрим. Может быть, вечером еще зайду. Всем удачи.